Кринж. Неловкость, стыд. Крайне неловкая, неуютная ситуация, вызванная человеком, группой людей или обстановкой, влекущая за собой чрезвычайное смущение. Каждый год игровая индустрия взрывается. Лос-Анджелес объединяет под одной крышей крупнейших издателей и лидирующих разработчиков в мире виртуальных развлечений. Самая масштабная игровая выставка в мире. Самые неожиданные анонсы. Самые эпичные презентации. Конечно, если не брать в расчет существование таких конвенций, как Gamescom, PAX, GDC, BlizzCon и Tokyo Game Show. Но по странности и неловкости происходящего, безусловно, номер один. What the hell, you guys? Am I right? E3 2016. Окунитесь в бешеный ритм крупнейшего игрового события в мире, где каждый пытается выделиться на фоне остальных. Погрузитесь в бесконечную войну Sony и Microsoft, которые раз за разом с переменным успехом пытаются переплюнуть друг друга своими анонсами, обещаниями и планами на будущее. А лучше все равно оказывается Bethesda. А еще Nintendo показали свою новую Зельду. Чертовы японцы с их... хорошими играми, которые всем нравятся, но на которые большинству плевать, потому что до сих пор широкие массы не готовы покупать Wii U. Я понял, это все из-за названия. Дружно посмейтесь над тем, как крупнейшие игровые компании раз за разом пытаются привлечь более широкую аудиторию. Содрогнитесь в порыве стыдливого чувства неловкости от танцев на презентации Ubisoft, нелепых игроков, нацепивших VR-очки, Snoop Dogg, который знает толк в досуге, абсолютно ненаигранных презентаций геймплея, технических проблем с трансляцией. А также невероятно веселая, смешная и ненавязчивая панель ведущих между презентациями. Господи, да заткнитесь уже! Где моя Dishonored 2? E3 2016. В ролях сиквелы, перезапуски, переиздания, DLC. Игры из «Игры престолов», онлайн-курсы английского. We made for you, and this is all running in real time. F-бомба. When it blew your f***ing mind. Неловкость на сцене. Футболка Фила Спенсера. Ничего не понимающие звезды Голливуда. Живая музыка. Еще больше сиквелов, еще больше DLC, еще больше неловкости. Like, where online should we go to keep up with the newest in hardware from Samsung? Samsung.com? Yeah, Samsung.com is perfect. Беспричинно потрать личное время на просмотр Twitch эфира вместо того, чтобы просто полистать свою ленту в социальных сетях следующим утром. Очередная спорная попытка больших дядек индустрии сделать из видеоигр что-то гораздо большее. E3 2016. Что это? Что вообще происходит? Это что, симулятор Нормана Ридуса после дачной вписки? Хидео, очнись!